нельзя не любить то, что рождалось при твоем участии. Я приехал в Мирный в 59 году. Жил в палатке. У меня прописка была. Верхний палаточный городок, палатка номер 56. Когда ты здесь корнями полностью, когда здесь вся твоя семья, и даже не представляешь, как ты можешь вообще покинуть этот край. Конечно же, за эти годы Мирный преобразился. Это стало действительно столица Алмазного края. Этот город мне подарил потрясающих единомышленников, возможность реализовать все свои самые смелые идеи, инициативы и с уверенностью смотреть вперед. Так что я люблю свой город.